буду так сидеть, потому что, короче, всем привет, это еженедельный традиционный отчет по Шаттерстоку, у меня новая серая стена, такие вот дела. Вообще хочется начать с того, что я не то что буду тупить и лениться по поводу Шаттера, а просто я не знаю, как я дальше буду работать, потому что у меня проблемы с компьютером, и я чисто физически сейчас не могу выполнять тот функционал, который я раньше делала по своим картинкам. То есть я, конечно, могу ручками-ручками много всего делать, но как это потом заводить уже на Шаттер? Короче, буду по следующей неделе решать эти вопросы, но процесс все равно идет, и, кое-как получается, что-то там выгребаем старенькое, и, в общем, сейчас все расскажу. Во-первых, мне осталось меньше 100 картинок для завершения моего проекта, 1000 для стока, и это прикольно, потому что вначале вообще было эту сотню сделать очень просто, сейчас уже приходится поднапрячься, и я чувствую, долго будет эта порция идти картинок, но сам факт того, что из 1000 всего 100 осталось, даже меньше уже, это, конечно, прям греет. И в целом хочется сказать, что как-то продажи, наверное, пошли, да, вот стоило приблизиться к 1000, когда продажи как-то стабильно идут. Собственно, как январские праздники закончились, действительно пошли продажи. У меня в какой-то день было продано... Слушайте, я, к сожалению, сейчас цифры конкретно не назову, но, по-моему, чуть ли не 10 картинок в один день. И покупались какие-то весенние цветочки. То есть люди уже вот к весне готовятся, и это было очень прикольно. И главное, покупались раскраски. Я показывала, что я загружала свои тубус-крас на Шаттерсток, и их покупают, что лишний раз дало мне понять, что надо делать что-то свое, развивать там какой-то свой вкус, его запихивать на Шаттерсток. Конечно, быть там в трендах, в тенденциях, что-то, может быть, копировать чужое популярное, это хорошо, вот, но для тех вот замороченных художничков, как я, все-таки думать о себе, о своем, конечно, находите, крадите как художники. Из тренда все. Мозг не работает. Я еще опять же болею, поэтому сорян. В общем, процесс пошел. Я, правда, очень рада, потому что январь уже по финансам почти как декабрь, и это очень круто. Вот у меня тут коты орут. Сейчас еще ребенок должен прибежать. И еще один кот. И кошечка. Еще я в этом месяце выводила средства именно на карту, то есть так у меня все на PayPal, PayPal скидывалось, но я не выводила. Точнее, у меня был перед этим вывод, но потом я меняла карту, и я немножко переживала, думала, что вдруг, блин, Цезарь. Короче, я немного переживала, вдруг что там с карты не так, но все нормально, не заморачивайтесь. Все хорошо, выводится Сбербанк онлайн forever. Ну и, собственно, раз про вывод средств заговорили, так сейчас коты, сейчас будут чудить, блин. Про вывод средств. В прошлом видео я говорила про то, что не знаю, что мне выбрать в плане компьютера, это Mac или что-то на винде. Сейчас я поняла, что мне надо брать Mac. Пообщавшись с людьми, чьи там ценности и какие-то творческие порывы я разделяю, чью работу я очень-очень уважаю и понимаю, что занимаюсь примерно такой же деятельностью, все они мне рекомендуют Mac. Прям вот то, что рекомендуют, говорят, что мне ничего не надо, кроме Mac, вот, и поэтому я склонна им доверять. Но, знаете, интуиция как бы для меня штука важная, поэтому будем копить на Mac, вот. Ну и по делу хочется сказать, сколько картинок я загрузила на Шаттер за эту неделю. Их было, по-моему, 6, и всего сейчас 905 работ в моем портфолио. Вот у меня болеющий ребенок скачет. Вот все-таки как встретишь Новый год, так его и проведешь. Дашен, привет передавать будешь? Тебя уж там весь YouTube должен знать. Давай. Иди сюда. Ты ледянку принесла? О! Это у нас будет супер фон, смотрите. Вот. Мы будем теперь на таком фоне.
Мне сейчас главное, чтобы она не сбила мне фотоаппарат. Короче, да, как встретишь Новый год болеющий, так его и проведешь. Потому что пока я в ненормальном физическом состоянии, как и ребеночек. Меня украшать пришли. Все. Ладно, на этом завершаемся. Дашульчик, говори пока. Пока! Пока! Да, всем спасибо, что посмотрели. Вот такие мы тут красивые. И надеюсь, на следующей неделе мне будет что вам рассказать по поводу шатера и будет что загрузить. Все, рассказывайте, как у вас дела, не болеете ли вы, в отличие вот от меня, от мелочи. Ну и вообще, что у вас хорошего. И пошли ли у вас продажи, потому что у меня пошли и очень круто. Вот, все.